Оль, вот ты знаешь, не обижайся. Вот мне кажется, что ты уже оборзела. Вот просто, я просто слов не могу подобрать. Перед тобой хоть наизнанку вывернись. В чем? Вот, подожди. Нет, в чем подожди. Ты оборзела? В том, сейчас тебе скажу, в чем ты оборзела. Ты тут всем говоришь, я недолюблена, меня мама не любит. Я же тебе говорю, вот ты, я хоть наизнанку здесь вывернусь, вот хоть что, хоть неземной любовью тебя опутаю, ты все равно неправда. Скажешь, что ты... Ты не признаешь это. Я чувствую. Ты любишь больше Алену. Ты вчера сюда вот за того, начала кричать, хлопнула дверью, кричать, спит малышка. Потому что ты мне в глаза смотришь и говоришь, ты продажная, ты продаешься за квартиру, улыбаешься с такой улыбкой. Тебя просто изначально попросила Алена. И что, я подожди, могу сказать Алена, нет? И что, тебя на это нужно на меня кричать? Обозленно быть, негативить мам, на меня? Не перебивай королеву. Оль, ты вышла замуж, родила детей. Почему? Крутись какого сама? Черта я езжу на ты, шоу? Ты на разбор? Крутись, какого не, черта? Хочу сидеть со своей дочкой меня. Дома. Не кричи Почему на я должна меня. За вас всю эту мазу тянуть? Не кричи на меня. Тебя а что тебе кто-то... За... Мы тебя заставляем. Вы заставляете. Мы, вы тебя да. Заставляю. Мы заставляем тебя наехать. А кто? А мне что за вас это проблемы? Я шоу веду, блин. Ты что? Оля, ты свое... Я не обязана участвовать в твоей жизни. Я тебе что, прошу? Я тебе била в колокола. Что-то человек нехороший. Очень коронные слова. Я вообще обязана ли участвовать в твоей жизни? А я, блин, к черту! Ты хоть раз за меня! Раз была у тебя дача, ты хоть ты меня моя тронила хорошая, беременную. Любимая сестра. Ты за это мне спасибо подожди, не ты говоришь. Уже сказала много. Когда я прихожу, я говорю, я скажу, устала от разбора. Сними корону, я когда твой бывший сказать. На меня наезжает. Можно, пожалуйста, проводить от это чего по отдельности? Устала? Потому что почему-то у нас слов здесь, видимо, а не дают. А вы не кричите, сказать. Давайте говорить по очереди. Я начинаю говорить спокойно, что... она мне перебивает. Алена, а ты не нервничай. Оля. Да, как это не нервничать? Во-первых. В какой момент? Я должна вчера была... Послушай меня, в какой момент я тебя вчера должна была поддержать, когда ты мне просто грязью облила и сказала, что я тебе должна. За Рапунцель я тебе должна. За то, я что не ты сказала. Мне привела. Я ты, говорю, хоть ты бы раз спасибо сказала, что ты моя за сестра. Что? Ты пришла за бы обычной девочкой. До меня, что ж ты да не лучше пришла? Лучше бы я и осталась обычной девочкой, что я сестру свою теряю вот просто именно. На этом проекте.